Марин, привет! С возвращением в сборную. Ты пропустила прошлый сбор. Скажи, с каким настроением сегодня приехала в расположение команды и как встретили наши девчата? Привет, спасибо. Встретили отлично, настроение шикарное, играем против Кореи, поэтому все идеально, супер. А как сейчас оцениваешь свою форму, в каких кондициях находишься? В хорошей форме, готова играть, готова выигрывать, работаем. Что-нибудь слышала уже о сборной КНДР? Мы впервые играем с этой командой. Какая-то информация есть о них вообще? Как готовитесь? Я слышала, что очень сильная сборная, на 10-м месте в рейтинге, вторая в Азии, вот. Поэтому я думаю, матчи будут очень такие серьезные, интересные. Вот. Как за последние 4 года, думаю, самый сильный соперник. С девчатами успела пообщаться? Как настроение в команде вообще в целом? Как девочки подходят к этому сбору? Успела пообщаться с Алсу, мой брат. Вот. С девочками тоже немного, но так вкратце только приехала. Все готовы работать, играть. И я думаю, все рады, что мы наконец-то собрались. Спасибо большое.